мышца. Мы видим, что происходит в нашей стране. Хочу начать с того, что наша акция мирная. Мы пришли к парламенту, к нашим друзьям, к нашим избранникам, поддержать их, попросить их обратить внимание на произошедшее в стране. На наш взгляд, и не только, произошел вопиющий акт. Политический террор, направленный против, в принципе, абхазской национальности, в целом абхазского государства. Некоторые злые намерения, злые группы людей, целью которых было недопущение Аслана Бжанина на выборы. Почему наше требование о переносе выборов? Тем самым, если мы сегодня пойдем на выборы, мы вместе с вами, все те, кто поддержит проведение выборов на назначенное время, хотим мы этого или нет, становимся пособниками тех преступников, которых выбрали с политической дистанции Аслана Бжанина. Мы просим вас всех не поддаваться провокациям. Наше обращение, обращение жителей села Тамыш находится в парламенте. Сегодня мы от наших избранников ждем объективное решение. Тем самым, перенеся выборы, мы добьемся стабилизации обстановки в стране. Мы не намерены действовать агрессивно. Сам Аслан Георгиевич Бжанин всегда против был агрессивных каких-то действий. Он говорил всегда о законе и говорит, мы надеемся и желаем ему скорейшего выздоровления. От наших парламентариев, еще раз повторю, мы ждем объективное, моральное решение, законное. Мы не просим ничего незаконного. Перенос выборов, это не, если парламент принят подобное решение, оно будет законом. И мы вас поддерживаем, господа депутаты, и ждем вас, вашего ответа. Ахара тахцам, хара
Уважаемые сограждане, мы рады вас приветствовать сегодня на нашей мирной акции. Мы поддерживаем требования жителей села Тамыш. Мы считаем также, что депутаты парламента должны принять беспрецедентное решение и перенести выборы. За 35 дней до начала регистрации был отравлен основной кандидат на должность президента Республики Абхазия. Над нами сейчас, на мой взгляд, нависла особая ответственность перед будущими поколениями. Если политический террор, так же, как и раньше, на протяжении 25 лет присутствовал в нашей жизни, у нас есть возможность, благодаря депутатам парламента, закончить это сегодня. Сегодня на сессии парламента присутствуют 32 депутата. Этого достаточно для кворума и решения принятия. Мы здесь собрались, чтобы поддержать этих людей, под каким бы давлением они ни находились. Когда начиналась сегодняшняя акция, многие спрашивали, она связана именно с Асланом? Нет, она связана вообще с общей ситуацией в нашей стране. Те люди, которые хотели отравить Аслана Абжания, надеялись на то, что ликвидируют его физически. Это первое. С Божьей помощью он выжил. Второе. Они надеялись, то, что народ Абхазии не отреагирует. Но сегодня вы здесь. Мы показываем то, что не можем согласиться с такого рода борьбой. И третье. Они надеялись, то, что закон Республики Абхазии и решение парламента не будет принято. Если депутаты парламента, вольно или невольно, не примут данное обращение жителей села Тамыш и общественности Республики Абхазия, они помогут злоумышленникам решить все свои проблемы. Я надеюсь, у нас хватит силы воли, духа выстоять здесь на мирной акции и поддержать депутатов парламента, чтобы они поддержали своего коллегу прежде всего. Спасибо. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду.